Hare Krishna Prasthabhudai, Srimate Bhakti Vedanta Swami Tanamane, Namaste Sarasatum Deve, Gauravani Pracharane, Nirvishesha Shunyavadi, Paschetya Сегодня мы будем говорить о Бхагавад-гите, глава 6, текст 27. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гуны страсти, он осознает свое качественное тождество с Абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Комментарий. Брахма-бхута – это уровень, на котором йог полностью очищается от материальной скверны и приходит к трансцендентному служению Господу. Мад-бхактим лабаде парам, Бхагавад-гита 18.54. Тот, чей ум не сосредоточен на лотосных стопах Господа, не может долго оставаться на уровне осознания Брахмана, Абсолюта. Савай мана Кришна падаравиндайо. Если человек постоянно с любовью служит Господу, то есть всегда пребывает в сознании Кришны, значит, он действительно вышел из-под влияния гуны страсти и очистился от материальной скверны. Еще раз стих. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гуны страсти, он осознает свое качественное тождество с Абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. Я хочу вернуться на несколько стихов назад. С 20 по 23 стих. Практически в Бхагавад-гите в каждой главе одна и та же философия объясняется снова и снова. В той же прогрессии от карма-йоги к гьяна-йоге, с гьяна-йоги к бхакти-йоге, точнее, с гьяна-йоги к бхакти-йоге. В различных главах просто это объясняется по-разному. В этой конкретной главе нам объясняется все с точки зрения Санхья-йоги. И в Шримад-Бхагаватам у нас есть с вами пример Шаумика-риши и Господа Капила-девы и Кардама-муни. Шаумика-риши, как мы с вами знаем, он отец мальчика, который проклял Парикшита. Извиняюсь, у вас что-то фонит, скрипит. Был супругом Девахути. Кардама-муни, он... Все равно, как микрофон на микрофон накладывается. И дальше он реализовал параматму в своем сердце. Извините, кто-то что-то говорит? Да, Мадхаджи Лангавата, это я. У вас какой-то посторонний шум, как будто, знаете, как микрофон на микрофон накладывается и начинается какой-то свист, скрип, короче. Господи, ну все же было нормально, мы же тестировали. Сейчас нормально? Сейчас? Не, вот сейчас опять не. Опять? Сейчас пошел дрейф. Сейчас, секунду, я точно преданный, у кого-то еще плохо слышно? У кого-то еще плохо слышно? Да, у меня тоже. Да, да, у меня тоже. Извините, пожалуйста, я отвлеклась. Так, другие наушники. Лучше? Да, да, спасибо большое. Извините, спасибо вам. В следующий раз звоним по WhatsApp, потому что я в середине лекции убираю эти наушники. Окей. Принял. Итак,
в этом стихе 6.20.23 это пример совершенства медитации в Санкхья-йоге процессе. Sukham atyandikam yattad buddhi grayam matindriyam vidyatrana chayvayam stitam chalati tatvata yam lava chupalam lava mandite nadikam stita ismin sito nadukena guruna pivichalite tam vidyadukasam yogam viyogam yogasam gitaha. Когда йог... In the stage of perfection called trance and samadhi, когда йог достигает ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство, постигнув истину. Он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Мы можем подумать, что это, совершенство, совершенное состояние. Он спросил, кто-то слышит какой-то странный звук там снаружи, я слышу, как будто стучат. No, Guru Maharaj, I don't hear this. Так, лучше? Вы все еще слышите какой-то сильный звук, нет? Мы, на самом деле, ничего не слышали с самого начала вообще, никакого. Мы не слышали. Все хорошо, вас слышно хорошо. Было какой-то звук в... Я не знаю, что происходит. Они что-то там чинят. И ранее был какой-то странный звук во время трансляции. Что-то они делают, и сейчас кто-то стучал что-то. Вы не слышите, да? Ну, хорошо. А это тоже не слышите? Нет. Хорошо. Итак, этот конкретный стих, он объясняет нам, который 6.20.23, Кришна объясняет здесь и в предыдущих стихах, квалификация, которая необходима, чтобы дойти до этого уровня, чтобы быть способным медитировать на Кришну в сердце и реализовать его через свои трансцендентные чувства. Обычно мы думаем, вот это стадия совершенства, но на самом деле это всего лишь стадия выхода на платформу, которая называется ништха, где человек свободен от материальных желаний. Не совсем свободен от материальных желаний, а просто не отвлекается на них. И... как это объясняется в этом стиху, как в стихе, когда человек полностью сосредоточен на медитации на Кришну, это, конечно же, идеальное состояние. Но в следующем же стихе речь идет о достижении совершенства, которое объясняется здесь. И в 24 стихе Sankalpa Pravan Karman Sar Jakvasarvana Sheshataha Manasavendriya Gramam Vinayamya Samantata. Заниматься йогой надо с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства. Мы слышали с вами, что
йог, который сосредоточил свой ум на Кришне. Он, и все его чувства не отвлекаются ни на что. Но здесь нам дается совет, что практиковать йогу нужно с решимостью и верой. И необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства. Итак, это желание, это воля души. Я, как я объяснял во время моей русской лекции, это желание души. Ни Кришна, ни душа. Они ничего в материальном мире не делают. Все в материальном мире происходит по воле материальной природы, посредством трех гун материальной природы. Но в то же время из-за этого контакта души с материальным телом это тело выглядит живым, и в нем есть свет, и в нем есть тепло, и происходят процессы тела, и сознание души, оно является той самой заправкой, с помощью которой работает это тело. И в то же время душа сознает того, сознает процессы, происходящие в теле. И она также понимает, что требуется энергия для этого. Поэтому, но душа сама по себе ничего не делает. То есть у души она обладает сознанием, у нее есть возможность желать. Подобным же образом сверхдуша — это Вселенная, его тело. Он осознает, что происходит в этом, в этой Вселенной, и из-за его присутствия в каждом атоме и в сердцах всех живых существ это мироздание продолжает существовать с помощью этого сознания и с помощью его энергии, которую он дает, будучи сознающим происходящее. Но все, что происходит в материальном мире, происходит под влиянием гун трех материальной природы. И когда Господь покидает эту Вселенную, она растворяется, и когда душа покидает это тело, оно также исчезает. На самом деле, это трансформации Брахмана, они все еще присутствуют после. Это сияние Кришны, оно никогда не исчезает, поэтому проявление его сияния, как земля, вода, огонь и ложное эго, все они вечные. Единственное, что в этом перечислении временно, это различные формы, которые они приобретают под влиянием материальной природы. Живое существо из-за привязанности к определенным ситуациям, его желания проявляются, и Господь их слышит, и Он хочет, и Он позволяет ему в этом материальном мире сделать то, что Он хочет, согласно его тому, что Он заслужил. Поэтому единственная проблема в этом материальном мире — это то, что мы с вами забыли о Кришне. И забыть Кришну — это не значит, что мы просто забыли, как его зовут. Это значит, что мы не осознаем его. Как только мы фокусируем свое внимание на Кришне с помощью процесса преданного служения, так сразу же наше сознание оживляется тем опытом сознания Кришны, который мы при этом испытываем. И поэтому под влиянием Кришны все процессы в теле происходят не просто по желанию души или из-за его реакции на различные внешние раздражители. Все происходящее в теле служит Кришне. Через этого приходит память и знание, которое Кришна дает нам из-за того, что Он беспокоится о нас. Поэтому процесс очень простой. Мы просто должны слышать наставления Кришны и помнить их, чтобы мы могли с вами хотеть их применить на практике. И когда Кришна
через свою духовную энергию проявляет определенную деятельность. Это и есть, он проявляет эту деятельность через преданное служение. Другими словами, ментальные спекуляции — это когда мы думаем, что есть что-то помимо Кришны, происходящее в мире. Как только мы думаем, что что-то присутствует, кроме Кришны, так сразу же материальная природа организует все таким образом, чтобы мы поверили, что на самом деле что-то происходит помимо Кришны. И как только мы начинаем думать, что есть что-то, что существует помимо Него, мы сразу же забываем о Кришне, и это называется майя. Кришна подобен солнцу, а майя подобна тьме. Если вы находитесь под солнцем, никакой тьмы быть не может. И как только кто-то присутствует во тьме, речь не идет о солнечном свете. Поэтому две вещи, которые абсолютно необходимы — решимость и вера. И мы с вами говорили о решимости в прошлый раз. Решимость — это развитие, по крайней мере, хотя бы платформу, на которой мы с вами в данный момент находимся, чтобы понимать, на каком уровне мы находимся. И мы должны быть полны решимости следовать следующему наставлению. Баджанте мам врита вридага. Тот, кто практикует благочестивую деятельность в прошлой жизни, кто оставил позади греховную жизнь, он оставляет двойственность этого мира. Только он может отдать себя служению мне с решимостью. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что есть люди, которые никогда не могут прийти к преданному служению. Их четыре категории. Глупые, мудхи, нарадамы, которые самые низшие из людей, майя пахрита гьяны, ментальные, те, кто спекулирует, и также асуры, которые их природа демоническая. Они никогда не привлекаются преданным служением. Но те из нас, кто практикует преданное служение, те, кто следует регулирующим принципам религии, это начало. Шрила Прабхупада, когда он разговаривал с верующими, он всегда вдохновлял их следовать их религии. Но он всегда подчеркивал, что, по крайней мере, основополагающим принципам религии они должны следовать. В особенности Шрила Прабхупада подчеркивала, что они не должны убивать коров и животных, потому что без того, чтобы следовать принципам религии, человек не может быть милостивым, человек не может быть подвижником, человек не может совершать аскезы и быть порядочным. Если он не обладает такими чертами характера, он не может воспринять нематериальную философию жизни. Это все равно, как пытаться разжечь огонь и при этом поливая дрова водой. Но человек будет успешным, если он сможет контролировать чувства и практиковать религиозные принципы, тогда он сможет контролировать чувства. И единственная благочестивая деятельность, которую мы можем сейчас с вами совершать, это в преданном служении из всех анг, это повторение святого имени Господа. И повторение мантры Харе Кришна — это юга-дхарма, и это процесс для этого века. И это и есть жертвоприношение, призванное удовлетворить Вишну. И без повторения святых имен не может быть никакого духовного продвижения, что уж говорить о материальном прогрессе. И если человек не действует благочестиво, то он получает реакции за это, греховные реакции, и он не сможет победить греховные реакции. И что означает превзойти греховные реакции? Человек, которого не беспокоит
желания, подобные волнам, которые входят в океан, и он, несмотря на это, он никогда не выходит из берегов. Человек может, если он не выходит из себя и всегда остается в ровном настроении. Когда мы с вами находимся в этом материальном океане, и мы с вами плаваем на этом корабле нашего тела, и Майя, она предлагает нам разные конфетки, как мы с вами, допустим, катаемся на карусели, которая все время крутится поверху, и по кругу и по кругу. И она говорит, следующей жизни, но это постоянная карусель, одно и то же, вокруг и вокруг. Это просто другая форма карусели в следующей жизни. Поэтому благочестивая деятельность, которая заключается в повторении Хари Кришна, которая включает в себя также его игры, знакомство с его качествами, с его любовными взаимоотношениями со своими преданными. Если человек полностью погрузится в эти аспекты Кришны, чем больше он погружается, тем больше он будет отвязываться от этих влияний гун материальной природы. Он не будет обращаться к ним за защитой или наслаждением. Материальный мир полон беспокойства, чтобы стать счастливым через наслаждение чувств или защититься от угрозы, которая всегда присутствует для нашего ума, тела или словесные оскорбления. Когда человек погружен в сознание Кришны, он будет оставаться стабильным на этом пути. И что нужно для этого? Для этого нужно практиковать. И как вы знаете, это не так просто практиковать сознание Кришны. И в следующем стихе будет рассказ и не отвлекаться. И это следующий стих. Итак, этот йог, он описывается здесь, что он никогда не сходит с избранного пути, он избавился от всего, он не сходит с этого. И мы практикуем с решимостью, больше не обращаем внимания на материальные желания, мы даже приняли чистое преданное служение и даже поднялись на уровень понимания Кришны таким, какой Он есть, и даже медитируем на трансцендентную верховную личность Бога. Кришна дал нам эту идею совершенства в этом стихе, а теперь Он нам расскажет, как мы можем выйти на этот уровень. Text number 25 стих в той же главе. Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом. Вы спросите, что такое разум, а что такое ум? Это очень тонкие вещи. Они настолько тонкие, что мы иногда даже не осознаем, что вообще делает наш разум в данный момент. Что уж говорить о том, что делает наш ум. Но истинный разум, как Шрила Прабхупада объясняет нам, это видеть все вокруг, связанное с Кришной, по отношению к Кришне. Это трансцендентная реализация духовная. Она приходит как подарок от Кришны. Как результат нашего искреннего служения, духовного служения Ему. Какое бы знание мы с вами не получили, какое бы понимание сознания Кришны мы с вами не обладали, мы должны все равно развить в себе уверенность. Уверенность, она появляется только с опытом, убежденность. Вначале мы слышим наставление, что мы должны свой ум на Кришне сосредоточить, и чем больше мы на нем слышим, тем больше мы сможем на него медитировать. Мы не только будем слышать о Кришне, мы будем пытаться помнить, о ком идет речь. И чем больше мы помним, что мы услышали, мы начнем это видеть. И как мы тестом того, как хорошо мы все видим,
Шрила Прабхупада говорит нам, что это... Так. Я... Все. Махарадж, I beg you, please, I mean... Not just a quick one, you jump to the reading from your speech, and I'm so sorry. Just a little bit, slow down, please. Я повторюсь, в Бхагавад-гите 4.34 в комментарии Шрила Прабхупада пишет. Это вывод. Therefore, one should approach a spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. Господи, путь духовного самопознания без сомнения очень труден, поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Дальше говорится об этом. Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Люди просто не согласны с выводами одного или другого. Нужно найти кого-то, кого вы сможете полностью поверить, исследовать его пути. Этот человек должен быть чистым, преданным Кришне, если мы с вами хотим чистого преданного служения. Поэтому преданное служение на самом деле очень сокровенная вещь, которую явить нам может только преданный Кришне. Поэтому нам всем нужно найти преданного Кришны и следовать по его стопам, следовать его наставлениям. Шрила Прабхупада сказал, сознание Кришны должно приниматься нами пути ученической преемственности. И милость духовного учителя является тем самым секретом. Если нет какого-то служения, нет вопросов, которые мы задаем духовному учителю, этот путь не будет эффективным. Человек должен быть способен пройти этот экзамен, который дает ему духовный учитель. И когда духовный учитель видит искреннее желание своего ученика познать, он благословляет его искренним, истинным познанием. Он употребляет, Шрила Прабхупада употребляет расширенное понимание духовного знания. С помощью этого духовного знания мы с вами сможем преодолевать все экзамены, которые мы должны пройти в этом материальном мире, чтобы зафиксировать себя на этом пути служения Кришне. Не только физически, но и ментально. Если мы с вами будем понимать, что все вокруг слуги Кришны, мы не будем никому завидовать. Зависть является причиной, появляется, когда мы с вами недопонимаем, что у каждого из нас уникальные взаимоотношения с Кришной, и поэтому нет никакого соревнования, потому что все выигрывают в конце, если они возродят свои отношения с Кришной. И каждый потеряет полностью все, если он не возродит свои отношения с Кришной. Вы можете стать успешными во взаимоотношениях с Кришной, и они уникальные, эти отношения с Кришной, и они будут вечными, в особенности преданные, которые являются преданными другого, преданными преданных. Они в особенности ценят, что у каждого есть уникальные взаимоотношения с Кришной.
Поэтому, когда мы читаем о играх Кришны с матерью Яшодой, с Радарани или с мальчиками-пастушками, обычно преданные не начинают завидовать, они, наоборот, ценят, как Кришна танцует с гопи, как он играет с мальчиками-пастушками, как мать Яшода защищает Кришну. Подобным же образом, у каждого из нас есть личная игра с Кришной. Это вечное. Мы не можем ничего сделать за пределами наших взаимоотношений с Кришной. Поэтому, с одной стороны, все, что происходит, это наши взаимоотношения с Кришной. То есть все сводится к тому, что мы либо принимаем наши отношения, либо активно их отрицаем. И единственное, чем должен заниматься преданный или начинающий преданный, когда они знакомятся с кем-то, их дело помочь этому человеку возродить свои отношения с Кришной. Но при этом должно присутствовать трансцендентная дискриминация, трансцендентное понимание того, что происходит, с кем вы разговариваете. Когда мы полностью убеждены в этих истинах, тогда у нас будут складываться замечательные отношения со всеми вокруг нас. Каждого мы будем видеть как часть своей духовной семьи. И если вы не видите каждого как члена своей семьи, вы будете видеть только деление того, что этот белый, этот черный, этот мужчина, этот женщина. И это называется двойственностью. Как только мы с вами находимся в двойственности, мы с вами не сможем думать о Кришне. Поэтому правильная убежденность, и основанная на разумных доводах, мы сможем с вами стать счастливыми в сознании Кришны, и нас не будут беспокоить выкрутасы наших чувств. И в следующем стихе Кришна говорит: from wherever the mind wanders due to its flickering, unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the Okay. Куда бы ум ни убежал, мы должны проконтролировать его, привести его назад. Итак, есть проблема, которую мы должны ожидать, что мы, когда мы садимся читать джапу сегодня, мы не должны ожидать, что вот сейчас передо мной появится Кришна двухрукий или четырехрукий, и ему я буду повторять мантру. Это не должно приводить нас в уныние. Все, что мы должны попытаться, это просто читать лучше, чем вчера. Успех в воспевании означает, что мы находимся в сознании, что сегодня я сяду и прочитаю всю Маха-мантру, убедиться в том, что я не читаю шник-шник-рам-рам, что я на самом деле повторяю всю мантру. Что вся мантра, которую я повторяю, я должен пытаться сделать это в счастливом умонастроении, насколько я могу прочувствовать счастье. Это не то, что когда мы начинаем воспевать, преданные думают, надо бы помолиться перед тем, как повторять джапу. Это хорошая идея, предложить молитву. Но главная молитва должна заключиться в том, чтобы я к этому относился серьезно. Вот, а не так, что этот духовный учитель заставил меня, и теперь я должен читать эти 16 кругов, и надо через них как-то пройти, чтобы уже пойти нормально свой день начать. Это не совсем то отношение к духовному учителю. Духовный учитель не представитель Хираньякашипу, который забавляется тем, что издевается над своими учениками, заставляя их повторять мантру. Но даже Чайтанья Махапрабху говорил, что вкуса у него нет к воспеванию. И он задавался вопросом, почему? И он, ответ его на это был то, что его преданное служение требует определенного улучшения, серьезного отношения. Постарайтесь улучшить свое качество
смирение, понимание, сострадание. И поймите, что вы не центр всего святого. Мы должны быть, ценить всех, служение всех остальных, окружающих нас, будь они чистыми, преданными или неофитами. Мы должны видеть, что все, что они делают, это совершение служения под влиянием духовной энергии. И ценить все, что они делают. Даже если мы будем предлагать им уважение в нашем уме просто, а что уж говорить о тех преданных, которые более серьезные по этому, на пути этого процесса. С ними мы должны сотрудничать и в служении Господу Чайтани под руководством тех, кому мы должны выражать полностью ценить и тех, кто полностью вовлечен в преданное служение. Это то же, что мы пытаемся достигнуть, тот уровень. И мы должны ценить и по достоинству ценить, принимая их наставления, следуя их наставлениям, видя, что насколько они постоянны в своем служении и постоянно благодарны преданным и Кришне в их служении. Тогда все наш ум очень легко будет сосредотачиваться на сознании Кришны. И если он сосредоточен на сознании Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху говорит нам, что эти миражи этого материального мира, мужчины, женщины, материальное богатство, последователи, или даже освобождение от материального существования, все эти вещи, они потихонечку будут принижаться в оценке нашего сознания. И вместо этого мы привлечемся к Кришне. Мы будем испытывать Кришну непосредственно. И другого желания у нас не будет, кроме того, чтобы принять прибежище в исполнении преданного служения. Это называется спонтанное преданное служение. Поэтому нам с вами нужно практиковаться. И это выглядит довольно сложно. И это сложно, это правда. Мы служили своему уму и своим чувствам с незапамятных времен. Оставить это позади очень трудно. Но мы должны попытаться повторить свои 16 кругов, повторяя полностью всю мантру, пытаться слушать, читать с добротой, чтобы мы слышали себя, что мы искренне повторяем имя Кришны. Мы не должны ничего требовать при этом от Кришны. Кришна, а ну иди сюда. А ну, освободи меня. Че так долго? Мы должны пытаться повторять с нежностью. Чтобы ему было приятно. Так, по крайней мере, мы услышим себя, а не так, что «О, Кришна, я такой весь падший, пожалуйста, помоги мне, пожалей меня». Наверное, Кришне не понравится, если мы будем так повторять, но нам нравится слушать себя, когда мы так рыдаем. Я так плачу по Кришне, почему он не придет и не освободит меня от всех этих мисконцепций, того, что я думаю, что я страдаю в этом материальном мире. У меня нет никакого прибежища. Я только жду Кришну, который спустится ко мне на Гаруде, и меня он спасет. Нет. Как только вы начнете повторять Харе Кришна, все, вы уже спасены. И вы должны быть счастливы тем, что вас спасли так легко. Поэтому, если мы поймем правильным образом, что Кришна пришел в этот мир в форме этого святого имени, мы должны быть внимательны и не отвлекаться на всякие философские рассуждения или версии нашего понимания в уме. Просто позвольте им входить в ваш ум и уходить. И молиться Кришне при этом. И тогда мы с вами перейдем к следующему стиху. Стих, который я только что прочитал.
И потихоньку наш ум начнет думать о Кришне, в особенности во время исполнения садханы. И постепенно этот гуна страсти, она уменьшится, и гуна невежества также. И мы будем более практично усвоим гуну благости. И, может быть, у нас даже возникнет желание читать больше кругов. Когда-то так случилось, что я был с Шрилой Прабхупадой, и он разговаривал со мной. И он останавливался и говорил мне, что если у нас вдруг появилось свободное время, мы должны поднимать свои четки и повторять Хари Кришна. И потом какое-то время он опять со мной разговаривал. И потом опять останавливался и говорил мне одну и ту же вещь. Если у тебя будет какое-то свободное время, повторяй Хари Кришна. И опять после этого он продолжал разговаривать со мной о каких-то других вещах. И потом он опять взял свои четки и сказал, если у тебя будет свободное время, всегда повторяй. Это и приведет нас на уровень совершенства, совершенства сознания. Мы с вами находимся на пути к совершенству, и мы должны ценить, что нам с вами так повезло, что рано или поздно мы окажемся опять вместе с Кришной в духовном мире. И единственное, что задерживает наше движение, это наше недопонимание и наше абсолютно ленивое отношение к тому, чтобы серьезно отнестись к этому процессу сознания Кришны и преданного служения. И когда мы с вами так будем делать, что это означает, что мы освободимся от последствий своих прошлых поступков? Это означает, что, освободившись от этого, мы будем чувствовать счастье в трансцендентном любовном служении Всевышнему. Мы перестанем волноваться и беспокоиться. Все, что мы будем чувствовать, это присутствие Кришны регулярно. И это возможно. Даже благодаря этому процессу ничего не нужно добавлять, ничего не нужно от него убирать. Наше с вами прибежище — это ученическая преемственность. Точно так же, как сердце Прабхупады, будучи таким чистым, Кришна через него пролил этот свет, через его наставление мы станем чистыми, и через наши сердца Кришна также проявит себя. И если мы с вами примем прибежище у ученической преемственности, мы с вами станем прозрачной средой, передающие послание наших предыдущих ачарьев вместе с Панчататвой, с Кришной и со всеми его спутниками из Вриндавана. Все из нашего сердца будет источать это красивое сияние. И мы также будем вдохновлять людей. Мы также пробудим их к их естественному, просто немножко уснувшему склонности отношений с Кришной. И так наша жизнь станет успешной, и вся эта жизнь, наша жизнь станет успешной, и всех окружающих нас жизнь станет успешной. Поэтому мы должны постараться дать Кришну другим, и естественным образом наша естественная любовь к Нему также проснется. Но если мы этого не будем делать, то наши сердца будут оставаться оскверненными многими недопониманиями, философскими и другими, и у нас будет столько зависти по отношению к окружающим. Может быть, кажется, что это все так просто. Может быть, у нас выглядит так, что у нас есть очень много различных путей для выбора и со всеми планами, которые у нас в материальном мире существуют. Но на самом деле это движение сознания Кришны и есть истинный путь разрешения всех проблем. И таких путей нет здесь.
И если мы будем с вами помогать этому движению, мы станем с вами частью разрешения этих проблем материального мира, вместо того, чтобы стоять на пути этого движения и стать частью проблем этого мира. Есть вопросы или комментарии? Итак, кто-то хочет мне сказать, кто-нибудь что-нибудь понял из сегодняшней лекции? Есть какие-то реализации, которыми вы хотите поделиться? Агнихотра Прабху, например? Ну, из тех важных моментов, которые вы озвучили, которые более запомнились, это то, что важно не отождествлять себя с той или иной нацией, то есть это не путь вайшнавской практики, и также по поводу воспевания святого имени. То, что мы уже, скажем так, успешные, когда мы воспеваем святое имя, и Кришна присутствует в нашей жизни, не требуя, не нужно требовать от Кришны спасения. Yes, I will translate. Agnihotra Prabhu said that out of all the very important points that you have made during your lecture, one that stuck with him is that this is not a Vaishnava way to associate yourself with one of the nations or colors or any other material designations. And the second very important point that we should feel lucky and unlimitedly fortunate that we get to chant the holy name, because this is already a perfection in itself. The path that was given to us is a perfection in itself, which shows in the holy name and in the chanting of the holy name. Очень хорошо. Спасибо. Еще кто-то хочет поделиться? Кто-то помнит что-то из лекции, запомнил? Джулам Ятра Давидаси, скажите мне, что вы запомнили из лекции? Хари Кришна Гуру Махарадж, мои поклоны примите, пожалуйста. Что нужно не лениться, прилагать усилия в своей личной духовной практике и в служении Господу. Jalan Yatra Mataji offers her obeisances to you, and she said the most important thing that she took away from today's lecture, that we should not be lazy in our personal devotional practice, that we should really apply some determination in execution of the devotional practices. Очень хорошо, спасибо. Индира, Матаджи, хотите что-то добавить? Я запомнила, что если у нас есть свободное время, то лучшее, что мы можем сделать, это повторять Хари Кришна. I have taken away from this lecture that whenever we have free time, the best thing we can do is to chant Hare Krishna. Хорошо. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you for the elections. I remember that we need to increase our... Помогите, пожалуйста, переводом. Мы должны усилить наш разум через памятование наставлений данных Бхагавад-гите. Вот это откликнулось. We have to make our intelligence stronger by remembering certain passages from the scriptures that we have read recently. So this will make our
memories or rememberings of Krishna so much stronger if we will remember what we have read or heard today from the scriptures. Good. Хорошо. Lyra. Bhaktin Lyra. Bhaktin. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные, спасибо вам большое за лекцию. Я для себя отметила много, конечно, моментов, но вот один из таких важных – это что нужно очень серьезно относиться к повторению святого имени и каждый день стараться, чтобы это повторение становилось все лучше. И вот это повторение святого имени, оно должно быть именно в настроении радости, то есть культивировать в себе настроение радости по отношению к Господу. So Bhaktin Lara says, Hare Krishna Guru Maharaj, Hare Krishna dear devotees. Of course, there are many points that I am taking away from this lecture, but the most important for me today is the importance of chanting Hare Krishna every day with the understanding that I should just try to chant better than yesterday, and that the understanding that Лера, вы могли бы последнюю часть повторять Хари Кришна каждый день? Радость. And that it's very important when we chant Hare Krishna to show the joy that we feel about Krishna in our conscious chanting of the holy names. Very good. Хорошо. Спасибо. Говинда. Говинда, это Матаджи или Прабу, извините, у меня, я не вижу, это кто? Это Говинда Сундара Махарадж или another Говинда? Говинда Сундара, да. Это моя возможность сейчас предложить вам полные поклоны. И пожелать вам счастливой Весапуджи. Я чуть припоздал, как большинство преданных сегодня. Я запомнил, что если у нас есть свободное время, самое лучшее, что мы можем сделать, это повторять Хари Кришна. Вы повторили это, когда у нас есть свободное время. Вы три раза это повторили, и Шрила Прабхупада вам лично это сказал. Я буду стараться применять это в моей практике. Это основная тема, которую я хочу сегодня подчеркнуть. Ягья Дас. Харе Кришна Гурудев. Гьяна Дас. Я запомнил, что мы как душа, не только сознающие себя личности, но что у нас также есть способность желать. И что мы вдохновлены, чтобы двигаться по этому пути, который очень непростой, потому что мы служили своему уму уже очень много времени, долго, что мы должны с решимостью и с верой совершать служение своему духовному учителю. Обладать способностью удовлетворить духовного учителя — это ключ к успеху, потому что это, он нам даст духовное понимание, и это то, что нам абсолютно необходимо. Спасибо, очень хорошей реализации. Кумари, есть у тебя что-то добавить? Хотя бы одну вещь. Можешь не все говорить, хотя бы одну тему. Что ты поняла из этой лекции? Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Мои смиренные поклоны и поздравления с Весапуджи. И вся слава Шриле Прабхупаде. Я запомнила, что убежденность развивается только благодаря опыту, приходит с опытом убежденность. И что
что самое лучшее из всех благочестивых деяний – это преданное служение. И лучшее из всего преданного служения – это повторять святые имена. Еще одну тему, что когда мы проходим экзамен у своего духовного учителя, мы разовьем истинное духовное понимание. Мы получим это реализованное преданное служение. Большое спасибо. Очень хорошо. Думаю, что на этом мы с вами закончим. Большое спасибо вам всем. Хорошего вам вечера воскресного. И увидимся скоро.